И вдруг на этот рынок въезжает повозка бродячих комедиантов. И вот въехала такая телега, в которой телега была не видна, а Христос и апостолы стояли. И все подумали, что это второе пришествие. В общем, на другом материале, но те же библейские проблемы из жизни Христа. А у Смирнова-то роль – пускать в рай или не пускать? Смирнов играл апостола Петра. Мы потянулись на эту работу, потому что увидели такой сценарий. И видели, что режиссер это тонко понимает. Ключ дали. Это от рая, так полагается. А я думал, от винного погреба. А когда начали ломать и выстраивать, навязывать хамски, беспардонно, делать так, генералов от кинематографа присылали, которые отставляли режиссера, отставляли сценариста, курочили, как хотели. Когда это началось, то какая-то общая наша депрессия началась, естественно. И у него тоже пошли скандалы. От этого хуже стало получаться, естественно. Но актер есть актер. Ну вот в результате всех переделок, над переделками работали, по-моему, около года. Ну, в общем, халтура, липа для нас с Макарычем, вот это точно. Думаю, что для актеров других это был более проходной эпизод в жизни. А для нас с ним, наверное, более серьезный. Потому что это точно то, что он не играл ни до этого, ни после этого, и что хотел сыграть. И я точно так же. Я вот лично ждал все, что где-то проявится его могучий талант в чем-то другом. Вот где-то другую роль он должен сыграть был. Абсолютно противоположный тому, что он делал в основном на экране, что его использовали все-таки однопланово в основном. Это обидно очень. Для актера это трагично. Это трагично. Это ужасно. Вы знаете, примеров-то много таких. Не буду просто перечислять все. Ну, трагично. Некоторые скрываются за определенной маской, которая потом уже становится настолько органичной, что не поймешь, где истина, а где вообще маска. Ну, мы тогда с ним впервые просто, как сказать, познакомились, хотя я его знал давно, 67-й. Такси! Такси! Страшно вспоминать, но тем не менее, это факт. 67-й год. Все, теперь до 4. Караван с Волгобалта гонит. А вы, извиняюсь, не из Зари? Не Таманцев будете? Таманцев. Здорово. Ну, а как завтра сыграть, думаете? Сыграть. Ты понимаешь, мне сейчас как космонавту спать положено. Слушай, друг, отдай спи. Я вот только за уголок заеду и дай. Мост сведут, я тебя отвезу. Понял? Я ж за Зарю, знаешь, как болею? На плащ-то укройся. Спасибо. Он был, так сказать, отличался какой-то своей, при его популярности тогдашней кинематографической, какой-то скромностью, даже застенчивостью. Такой тихий был человек очень. Я гляжу им вслед, ничего мне нет, а я все гляжу. Привет. Тихо. Люди спят. Тоже мне хор пятница. А я все гляжу. Я тебе погляжу. Он любил пошутить, разыгрывать такой, но очень мягко. Особенно, когда мы снимали «Семь стариков, одна девушка», там же вот все вот эти, как сказать, старики, они все были, каждый старик, это была, так сказать, фигура. Они все рассказывали. Я так сидел, открывший рот, слушал там и Черкова, и Борю Новикова, Парфенов. Да, ну, все время придумывали всякие там трюки, штучки, шутки и так далее. Как-то я вот в эту компанию легко очень влился. Я не знаю почему, но он ко мне как-то относился очень, так сказать, дружески, доверительно, и мы с ним как-то так нашли общий язык. У меня, понимаете? Понимаю. Мы сами пережили бурю страстей,
и знаем, что такое опьянение, хмель. Я вот вспоминаю с удовольствием об этом. Я всегда... Это были одни из моих вот счастливых дней в моей кинематографической жизни. Общение с ними, вот работа. Что с вами? Милейший. Хулиганье! Я Гриша! Мама. Даже вот в этом, казалось бы, достаточно, скажем так, примитивном с точки зрения особенно современности материале, таком наивном. Но, тем не менее, какая-то вот из этого сквозит хороший юмор, добрый юмор и вообще доброта. Обогрейте словом. Обогрейте словом. Обласкайте взглядом. Обласкайте взглядом. От веселой шутки. От веселой шутки. Тает даже снег. Тает даже снег. Это так чудесно. Это так чудесно. Если с вами рядом. Если с вами рядом. Улыбнется незнакомый хмурый человек. Это так чудесно. Это так чудесно. Если с вами рядом. Если с вами рядом. Улыбнется незнакомый хмурый человек. Потом выяснилось, у него не было слуха. И песни в «Айболите» пришлось дублировать замечательному пародисту, который подделал Алешин голос Филимонову. Я думаю, что это напрасная, напрасленная какая-то. Алексей Макарович, нормальность. Что у него? Партии большие были. Басовые большие партии были. У него не все было со слухом в порядке. Может быть, куплеты он пел у нас. Но ведь он ничего не пел такого вокального. Куплетную форму, этого там можно и проговорить, и все. А арию какую-то спеть, она точно интонировать и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, что-то не получалось. Может быть. Но он был характерным артистом, так что это все прощалось. При таком состоянии организма мне скоро в театре не главное петь. Арии певца за сценой. Одышка, лошадиный сап какой-то. И бессонница. А я ведь вас хотел князем Игорем побаловать. О, дайте мне свободу. Я свой позор сумею искупить. Видите, не до конца даже получается. У нас был зачет по вокалу. И он пел какую-то арию из оперы, я не буду врать сейчас, не помню какую, но очень драматическую. Вы знаете что, он стоял, мы все замерли, он это так пел, даже не в том, что как он вокализировал, а то, что он вкладывал туда. У него были такие глаза, что я помню, что тишина такая мертвая была. И когда он кончил петь, у него был такой густой сочный голос. Это не то, что он какой-то вокалист был очень большой, но сильный голос такой был. И когда он кончил, вообще обычно не аплодируют на этих, то все зааплодировали ему. С вашего позволения, горячие напитки на теноров действуют, а на басов нисколько. Бас от водки гуще делается и представительней. Со святыми упокой. Говорили, что он иногда очень, так сказать, приходил и очень по доброте своей сам немножко очень крепко пил, да еще плюс там и попавшихся партнеров угощал, которые, видно, скучно было ему, он искал общество, общение с людьми. Я ведь тоже пил. В молодости как пил. А потом понял, талант пропадает, и все. Картин-то мало у него было. Его использовали только да, и все. А самое-то ужасное то, что ведь он же другое мог играть.